Это кадры оперативной съемки. Главный герой – водитель городского автобуса. За кадром два сотрудника ГИБДД в гражданском. Снимали тайны на скрытую камеру, чтобы выяснить, нарушает ли правила ПДД водитель общественного транспорта. Как оказалось, проверяли не зря. Перед пересечением улицы спортивная Гагарина, перед началом движения, мне включили указатель поворота. За один круг – три нарушения. И вполне серьезные. Проехал стоп-линию, не включил поворотник и не пропустил пешехода. И все это за полчаса движения по маршруту. Если так грубо нарушает водитель с 30-летним стажем, то сотрудникам ГИБДД есть о чем беспокоиться. У нас в этом году рост дорожно-транспортных происшествий с участием перевозчиков. При остановке водителя автобуса, при резком торможении, пассажир падает. Вот мы сами попробовали на своем опыте, сами прокатились. За этот год в Нижнекамске по вине водителя общественного транспорта произошло 12 аварий. Один человек погиб. Рейд «Тайный пассажир» провели впервые. Результаты ожидания сотрудников ГИБДД оправдали. Подобные скрытые съемки будут проводиться и впредь. А водителю автобуса придется за свои нарушения ответить рублем. Анастасия Попова, Евгений Лызаев. Новости НТР.